Знамя города Иваново, города первых рабочих советов, несет герой социалистического труда, коммунист Александр Владимирович Владимиров. В канун праздника передовой машиностроитель выступил с почином. К съезду партии выполнить план 1973 года. Почин Владимирова нашел широкую поддержку у рабочих Ивановского завода текстильных машин и на других предприятиях города. Они идут вслед за знаменосцем. Текстильщики и создатели машин, химики и строители, наследники революционной славы Иваново-Вознесенских рабочих, зачинатели славных дел, достойных Родины первых советов.